Вчера вечером вышел из метро и иду себе сквериком. Темно уже, народу мало, вообще никого нет. Немного не по себе. Не то, что не по себе, а как-то мороз по коже. И тут сзади цок-цок-цок, цок-цок-цок, лошадь скачет. Оборачиваясь прямо на меня, несется вот такого роста парень. Ботинки на подковах, натурально конь, и зубы, как у лошади. Я не испугался, но побежал. А что, сколько случаев-то? Недавно скверики и девочки, подростки сидели, просто стайка девочек сидела, чирикала, пиво пила. Кто пиво, кто водку. Вдруг видит, мимо них идет чемпион мира по боксу без правил. Пьяный в дым. 3 метра ростом. 3-3-10. Идет к ним с нехорошей целью. Чем все кончилось? Получил он бутылкой по голове. Неделю уже лежит в нокауте в больнице. Хорошо еще трезвый оказался. Рана быстро заживает. Рост точно измерили? 1,56 м. Композитор. А девочкам откуда было знать, бандит он или композитор? Сейчас не отличишь. Сколько случаев-то? Бабушка тут недавно пенсию получила, побежала скорее в магазин через парк. К ней двое насильников. Спрашивают, где тут библиотека? Бабушка достает кошелек. Маленькая, высохла вся, волосики седенькие, руки трясутся. Достает кошелек, из кошелька баллончик. Пшик-пшик. Те брык-брык. Сейчас в коме лежат. А могло плохо кончиться. Ну, бегу я, маньяк за мной, сейчас хватит. Я перекрестился, и тут столб. Я увернулся, а он башкой со всего лета. Бац! И по скверику динь-динь-динь. Колокольчик звенит. Это спасло меня, а он погиб. Ну, в смысле, столб. Маньяк только ориентацию потерял. Ну, в смысле, забыл, куда бежал. Стоит, вспоминает, я время зря не теряю. Беру камень с земли. И как этим камнем в лоб ему со всего размахом. Он лег, ногой подергал немного и затих. Так лучше он, чем я, правильно? Сколько случаев-то? Я отвернулся от него, руки оторву, вытер, поворачиваясь. Нет никого. Нечистая сила. Сзади кто-то руку мне на плечо. Оборачиваюсь, труп стоит. Улыбается и говорит, возьмите, пожалуйста, вы потеряли кошелек, я за вами полчаса гоняюсь. Какие люди есть. Есть, есть. Мужчина один в газетах писали. Шел где-то берегом, смотрит, девочка тонет. А он сам плавал хуже девочки. Прыгнул, во всей одежде спас, вынес на берег. Подбегают ее родители, на них лица нет. Говорят, она лечится здесь, плавает вместе с дельфинами. От них ей легче, зачем вы ее из воды вынесли? Дельфинов он тоже спас. Лежат на берегу, сохнут. Но родители, да? Им ребенка спасли, они его вместо спасибо чуть не убили. Какие люди есть. Я благодетелю своему сразу сказал, извините, что камнем-то по голове нечаянно со всей силы. Он, ничего, ничего, у меня лицо такое, я привык уже. И я говорю, так вы, наверное, композитор. Он, да, я композитор. И пошел. Я даже спасибо не успел сказать. Потом думаю, что спасибо. Люди разные бывают. Надо сперва посмотреть, все ли на месте в кошельке. А то сколько случаев-то. Смотрю, мой кошелек был новый, а этот старый. Не мой кошелек. В этом 15 тысяч рублей, а у меня было 16 рублей. Вроде мой кошелек. Этот красный, мол, синий. Опять вроде не мой. И тут совесть говорит мне, не позорься, верни, человек еще недалеко ушел.
Я ей говорю, ну догоню. Он же потом мне место спасибо. И не стал догонять его. А что, сколько случаев-то? Люди все разные.